Тяжелые бои продолжаются на востоке Украины. От обстрелов сильно пострадали такие населенные пункты, как Садовый, Лавайск и Шахтерск. Накануне вечером и сегодня утром украинская армия вплотную приблизилась к позициям сепаратистов под Луганском и столкнулась с серьезным сопротивлением. По сообщению пресс-службы СНБО, под Луганском противником сбит вертолет Ми-24, пилоты погибли. Тем временем в самом Луганске, по сообщению пресс-службы горсовета, нет связи, прекратились поставки продовольствия, медикаментов и воды. Разрушены линии электропередач. Число беженцев растет с каждым днем. Нет, мы собираемся пока уехать, хотя бы на пару дней. Вот. Потому что, ну, страшно уже оставаться. Накануне спикер СНБО Андрей Лысенко сообщил, что следующая цель операции – разъединить Донецк и Горловку, чтобы прекратить поставки террористам боевой техники и свежих сил. Активные боевые действия между силами АТО и сепаратистами ведутся за Иловайск, Макеевку, аэропорт Донецка. Всего, по данным ООН, боевые действия уже унесли более 2000 жизней с обеих сторон.